«Нет, Дед Мороз», — ответил волк зайцу. Но детишки учащихся и сотрудников КФУ «нет» говорить не собираются. На новогоднем празднике танцевали все, как маленькие дети, так и их родители. Развлекательная программа, подготовленная студентами Казанского федерального, не оставила никого равнодушными. Яркие сказочные герои устроили для детей настоящий новогодний праздник. Были игры, песни, пляски, хороводы, а детишки подготовили стихотворение. Снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились в ужас холодное стекло, где летом пели зяблики. Сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири. Бізге қыш бабай келген, яңғайыр алып келген, қапшырма көп етті бүләкілер салып келген. Кеттік сен сағынып, исан сама қыш бабай, елер бүләкеріне қапшырма чиш бабай. Новый год – это самый волшебный, самый красивый и самый таинственный и веселый праздник. Поздравить и зажечь новогоднюю елку пришел долгожданный Дедушка Мороз. Сверкающая огнями новогодняя елка создала у всех гостей атмосферу доброй сказки. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.